Всем привет! Сегодня мы рассмотрим программу для финансово независимых лиц в Австрии. Итак, программа для финансово независимых лиц становится все более популярной и актуальной. Данная программа позволяет получить вид на жительство в Австрии. И для получения вида на жительство по данной программе потребуется справка из банка о наличии на счету достаточно финансовых средств. Кроме того, для миграции нужно подтвердить знание немецкого языка, а также иметь недвижимость в собственности, либо арендованное жилье на территории Австрии. Иностранец может въехать на территорию Австрии при наличии действующей визы или без визы в случае безвизового режима и лично получить разрешение на пребывание в уполномоченном органе. Рассмотрим документы. Вам потребуется действующий заграничный паспорт, свидетельство о рождении, фотографии, при необходимости свидетельство о браке, договор аренды, наличие медицинского страхования, доказательство наличия средств к существованию, например, подтверждение заработной платы, трудовой договор, а также подтверждение пенсионных или других страховых выплат. Подтвердить знание немецкого языка и также справка об отсутствии судимости. Друзья, за более подробной информацией обращаюсь к специалистам нашей компании. На этом у меня все. До новых встреч!